Премьера видеоклипа на песню «Люди не верили» состоялась в сети сегодня. На кадрах можно заметить сразу несколько узнаваемых мест курорта, в их числе храм святого князя Владимира, центральная набережная с сочинским маяком. Большая часть клипа снималась в Новолищенском ущелье. Как написала певица в своем инстаграм, вода в реке была не просто холодной, а ледяной, ей сводила ноги, но красивый кадр того стоил, и добавила: «Хочется как-нибудь сюда приехать, просто отдохнуть».